Привет и добро пожаловать в Бравл Толк. Меня зовут Данил и это мой первый выпуск, в нем мы увидим новые скины к сезону, нового бравлера, новые скины, подарки, переработку бравл пасса, билеты и бесплатный скин. А начнем мы с нового сезона руины стар в котором будет новый хроматический бравлер Джей. Джей часто скрывается от людей в бочке и предпочитает тишину и дисциплину ведь в целом он строг. Его основная атака это размах копьем, наносящий 1900 урона, а его супер, это бросок копья, который нанесет от 2300 до 3005 урона, в зависимости от дальности, ведь чем ближе, тем больше урон. Теперь скинов на хроматических браслетов не будет так, как их заменит на время 3600 кредитов. Также встречайте новые скины к сезону руины Стар Королева Пайпер, которая всегда придет на помощь в любое время, изящная Лола, она всегда довольна собой и своими силами ну а также скин за 5000 блингов, повелитель Фэнк, вместе с которым идет ялый повелитель Фэнк, он не особо отличается от первой версии, но если вам придет он по вкусу, то после покупки оригинала вам дадут бесплатно алый образ. Ах да чуть не забыл о праздниках. Встречайте новую коллекцию скинов таких как доставка стул, он является мифическим скином, снежный паук Чарли, которая никогда не вылазит из свитера, праздничная виллоу она всегда знает кому поднять настроение, ведь вы сможете приобрести этот скин и саму виллу в турнире накануне в Новый год. А также совершенно бесплатный скин на Лу, его можно получить в подарках. Кстати о подарках, вы будете получать подарки в течение недели с половиной вплоть до 31 декабря. Заходите каждый день и забирайте подарки. Ну а теперь о переработке наград в Бравл Пассе. Некоторые награды изменятся как в платной, так и в обычной версии. Помните, что далее Джей будет соответствовать мифической редкости в январе, когда бравл пасс очень изменится. Что ж, настало время о билетах. Да, мы их вернули и теперь один билет можно получить только за реальные деньги или же за 30 гемов при первой покупке. Далее стоимость будет увеличиваться в двух раза, но не огорчайтесь, ведь при выходе обновления вы получите сразу 10 билетов абсолютно бесплатно. Да-да, бесплатно их можно использовать в качестве дополнительных наград, к тому же мы вернем на некоторое время Омега ящики в Бравл Старс, которые также можно получить за билеты. Так как Бравл Толк подходит к концу, это не значит, что радостных новостей и пасхалок не осталось, ведь мы добавляем новую коллекцию скинов под названием «Мастера на все руки», из них инженер Мика, который всегда и все ремонтирует без отдыха, а также его помощник Газ, он хоть и мешается Мика, но ему по крайней мере есть чем заняться, нежели гулять по станциям поездов. На этом еще не все, потому что вы можете увидеть планы грядущих, а главное глобальных обновлений, которые мы планируем выпустить в будущем. Впрочем, это лишь из немногих обновлений, ведь дальше будет еще круче. Ну а на этом все, встретимся в январе, если вам понравился Бравл Толк, то обязательно жми лайк и подписку, чтобы не пропустить обновления и многие пасхалки с артами для грядущих обновлений, специально для пасхалок и артов я создал телеграм-канал, название которого я оставил в описании. Всем удачи и пока!